Московское время 19 часов. Добрый вечер, уважаемые жители района Ясенево. Сегодня в нашем районе проходит общее собрание участников публичных слушаний. Публичные слушания проводятся с целью учета мнения горожан при реализации градостроительных проектов. Публичные слушания состоят из трех этапов. Первый этап – экспозиция. Второй этап – общее собрание участников публичных слушаний. Но и это еще не все. В течение недели каждый из вас, каждый из жителей района имеет возможность подать свои предложения в адрес окружной градостроительной комиссии, префектуры Юго-Западного административного округа. И эти предложения также войдут в протокол работы окружной градостроительной комиссии. Когда берете микрофон для вопросов, пожалуйста, представляйтесь. Лучше, если даже назовете место проживания или работы, чтобы подтверждать свой статус участников публичных слушаний. Если это публичное мероприятие, то съемка не запрещена. И любой человек может записывать то, что происходит в рамках публичного мероприятия. Вправе задать вопрос. Вы можете не отвечать на него, если считаете вопрос неуместным или некорректным. Пожалуйста, напоминаю, опять же, звучали вопросы, где живете. Участниками публичных слушаний являются люди, проживающие в районе, работающие в районе, и те, кто является титульными собственниками земельных участков. Процедура публичных слушаний не предусматривает голосование. В ходе публичных слушаний собираются предложения, замечания граждан по проекту. То есть свое мнение вы можете выразить, выступив, и это попадет в стенограмму нашего общего собрания, либо заполнив вот эту бумажную форму, что тоже будет отражено в протоколе публичных слушаний. То есть мнение будет, право участниками публичных слушаний являются жители района, люди, работающие в районе, и право обладатели земельных участков, расположенных в районе. Не надо перебивать друг друга, не надо накалять градус, нам здесь жить вместе все равно.